Вот и на связи, друзья, и сегодня вы увидите, как клоны нашли чипы-ингибиторы. А съемки этого видеоролика, как и всех остальных, происходили на моем игровом сервере в Garry's Mod Vision Project. Вступай в наш Discord-сервер, там ты можешь пообщаться с другими ребятами. Также в нашу группу ВКонтакте, там много мемов и всего остального. Короче говоря, все будет ждать тебя в описании, в том числе и я. А еще нас ждет этот топовый комментарий, ты только на него посмотри, спускайся тоже и пиши свой. Желаю тебе наиприятнейшего просмотра, обязательно поддержи этот видеоролик своим лайком и подпишись на канал. Поехали! Наконец вернулся с миссии, если бы она такой секретной не была, как есть, я бы вам рассказал. Я вас очень люблю, поэтому в том числе не хочу рассказывать, ибо последний, кто слышал об этой миссии, был уничтожен. Ненавижу такие миссии, но это моя работа. Видите, за мной даже слежка особенная. Все, что осталось, это сейчас зайти в этот грязный штаб, отрапортовать, что все успешно было выполнено, и наконец идти отдыхать, потому что и оружие надо почистить, да и просто у меня уже ноги устали, я там находился знатно. Да, сейчас снова видеть рожу этого чистенького офицеришки. Ладно, мне надо всего лишь сказать, и можно уйти. Да, я вижу, здесь он не один. Здравия желаю. Здравия желаю, сэр, мы можем отойти? Так точно. Офицер, та миссия, на какую вы меня посылали, была успешно выполнена. Свидетели были уничтожены. Доклад принял. Вы можете идти. Сэр, я правильно понимаю, что полностью свободен? Так точно, вы свободны. Служу Великой Армии Республики. Фух, наконец-то! Я на самом деле так долго ждал этого момента, чтобы идти отдохнуть. А видно, эти парни только-только пришли получать свои приказы. Как я и говорил, абсолютно выбритая мордочка, ни одной щетинки, ни одного волоска, как у младенца. Надеюсь, они мне удосужились предоставить уже, подготовить какую-то казарму, потому что в прошлый раз я был незваным гостем. Надеюсь, что хоть сейчас все будет иначе. Ну, сейчас мы это, собственно, и увидим. Так, это... В боковом ангаре бойцы 51-го, а также бойцы РК и ЖД устроили перестрелку. Убить генерала. Команда. Хорошие солдаты исполняют приказы. Стоп, стоп, боец, не понял, а что говорите, кто устроил перестрелку? Бойцы 51-го, бойцы РК, а также джедай тепла. Джедай? Я такое уже видел. Ладно, берите вооружение за мной. Можете снять предохранитель, будет жарко, говорю вам сразу. Последний раз я наблюдал это... Ладно, это секретная информация, не буду вам говорить. Бойцы 501-го дезертируют. Понял, боец, сейчас мы это и узнаем. Это на самом деле не дезертирство, а кое-что другое, но это тоже секретно. Надеюсь, что хоть... Отлично, думовцы, так еще и джедай. Офицер, срочно берите своих щитовиков, бойцов и за мной. Очень-очень сейчас опасно там. Так, все отлично, думовцы уже выстрелились, и здесь у нас перестрелка. Прикройте, отступайте, бойцы. Давайте, давайте, отходите! Генерал, уходите назад! Стреляйте по ним оглушающими! Генерал, что произошло? Расскажите. Эти уходим, уходим, уходим! Они наступают, уходим. Сошли с ума. Хорошо, мы вас прикроем, отойдите куда-нибудь. Медблок лучше, я думаю, вам там помогут сейчас. Республиканские команды, что у вас здесь тряслось? Мне сказали, по вам открыли огонь. Те 501 резко остановились и открыли огонь по джедаям нам. Открыли огонь по джедаям? И по нам тоже. Точно. Скорее всего, у них какая-то дефектность. Я вас понял. Они ничего не говорили при этом? Не говорили, хорошие солдаты выполняют приказы. Хорошо, я вас понял. Отправляйтесь пока что в медблок, но никуда оттуда не уходите. Так точно. Да, это то самое, какое я уже видел. Здесь нужна Корусанская гвардия срочно. О, офицеры, вы здесь? Я услышал выстрел и пришел сюда. Офицер, боюсь, что это то же, что и с той самой миссией. Здесь нам понадобится гвардия.
Я могу ее вызвать. Сэр, я отправил республиканских командос уже в медблок, а вот этих надо бы сразу в КПЗ отправить. Боец, вы будете также задержаны вместе со своим братом. Да, по какой причине? Вы владеете секретной информацией Галактической Республики, боец. Хух, вы даже не представляете, что сейчас может быть рассекречено. Я надеюсь, бойцы Курсантской Гвардии уже подойдут. Хорошо, что РКшники слушаются, они, видно, и не подозревают, что... в чем они поучаствовали. Офицер, здравия желаю, мне срочно нужны вы и ваши бойцы. За мной. Расскажу все по ходу дела. В ангаре, скажем так... бойцы узнали секретную информацию, их нужно срочно задержать. Не щадите никого, офицер, вот и Курсантская Гвардия подоспела. Давайте поспешим, вот собственно и они. Так точно. А вы, офицер, продвигайтесь вместе с Курсантской Гвардией в КПЗ. Скажем так, будете их конвоировать. Но на самом деле никаких конвоев, мы-то их тоже сейчас возьмем в КПЗ. Пусть думают, что будут конвоировать. Сейчас нужно просто всех... кто видел этот инцидент, в нем непосредственно участвовал, поместить под надзор. Сами понимаете, надеюсь, да, какой? Офицер, у вас есть к ним вопрос? Я думаю, что республиканские команды должны пройти с нами в КПЗ. Так, точно. Дельта, оружие сложить, следить за мной, за офицером. Пройдите за штабным офицером, я вас догоню. Пройдемте. Мне сейчас надо бы сюда сбегать и кое-что подобрать. Да, да, вот именно... кое-что с этого бойца. Подобрал одну вещицу с трупа. Ну все, теперь этот секрет знать никто не будет. Думаю, Курсант уже проинформирован об этом происшествии. Нам надо быстро сделать все, что можно. Итак, вот всеми любимое место. Курсантская гвардия уже должна была поместить тех самых нарушителей. Дезертиров. Хотите ли вы открыть нам КПЗ и дать нам доступ пройти? Так точно. Боец, офицер у себя находится? Он впереди прошел. Я вас понял. Потому что мне сейчас он нужен будет. Генерал, я думаю, вам сейчас лучше отправиться в ваш храм. Я просто хочу выяснить, что это сейчас произошло. Так, сейчас пока что все идет не так, как нам надо. Все дезертиры были пойманы, отлично. Боец, дайте мне дорогу. Извиняюсь, я капрал Рафаэль, к вам пришли. Так, точно, вставай обратно на кнопку. Генерал, извините, но вы не можете присутствовать здесь. Ладно. Разрешите доложить. Данные бойцы были доставлены в допросную. Не могли бы вы рассказать поподробнее, за какую именно информацию они были задержаны? Услышанную информацию хочу подметить, если мне разрешено знать. Офицер, вы сейчас свое дело сделали? Я могу быть свободен? К сожалению, остальное вас не касается, но вы также были должны задержать бойцов РК. О, так точно, виноват, исправлюсь. Главное, чтобы они не узнали чего лишнего. Мы сейчас отправим их на камина. Хорошие солдаты исполняют приказы. Так, надо срочно это убирать. Офицер, уберите тех троих. Пройдемте, господа, пока что в допросную. Офицер, я думаю, вам будет интересно послушать. Все-таки офицеры владеют этой информацией. И знает, как надо правильно вести допрос. Ну что ж, пришел офицер, и сейчас будет очередной долгий опрос. Как мы попали сюда? За что? Хорошие солдаты исполняют приказы. Джедай! Что с этими бойцами не так? Значит так, я вас выслушал, можете быть свободны. Принято. Дельта, уходим отсюда. Ну что ж, пройдемте, офицеры. РК бойцы, вы пройдете с нами, будете сопровождать их до камина. Так точно. Ну, опять-таки, это они думают, что сопровождают, конвоируют. А на самом-то деле, они тоже попадутся... в руки ученых. Ничего не сделали. Вперед, дезертир. За что? Давайте мы, пожалуй, ротик завяжем, а то он слишком много говорит. Все ложь. Нет,
офицер, не ложь. Вас и проверит. Да, на самом деле, я хоть это в себе и держал. Блин, еще дроида придется потом проверять. Но на самом деле я выполняю очень-очень трудные задачи и миссии. Поэтому я даже с вами делиться ими не хочу. Вы только посмотрите, сколько здесь свидетелей. Как же много работы мне придется делать. Ладно, что ж. Это моя задача. Эх, на камин, что происходит с ними, интересно. Офицер, вы бы не могли не разглашать информацию? Но это же бойцы 501-го, они должны знать, что с их командованием происходит. Офицер, никто. Так точно. Успокойтесь, боец, все под контролем. Теперь они отправляются на камина. Да, сэр, может быть, сопроводим их? Никак нет, бойцы. Офицер, боюсь, что слишком многие уже были свидетелями этого. Вы думаете, что на Корусанте уже знают об этом? Возможно, а возможно и нет. Офицер, вы же понимаете, что будут спрашивать в первую очередь с вас? Точно, но я не самый главный на базе. У нас есть начальник. Все в штабе так говорят. Офицер, я думаю, нам надо поторопиться. Потому что я с этими объяснениями, с этими приструнениями, скажем так, уже совсем отстал. Но вы только посмотрите, каким здесь придется бойцам чистить, скажем так, голову, если на моем профессиональном языке выражаться. Ладно, мы об этом поговорим потом. Ну, а точнее, офицер, я лишь выполняю приказы, а, скажем так, между мной и канцлером находится вот это звено. Офицер, также сейчас с вами полетят РК-бойцы. Так точно. Офицер, я, насколько знаю, вы также отправляетесь на камина. Фух, ну все, они вылетают. И скажу так, кто сейчас находится в лате, и даже тот офицер, вы их видите в последний раз. Ну, наконец, я отправляюсь на отдых. Мне надо бы это забыть. Я надеюсь, тебе понравился этот видеоролик, ты поставишь ему лайк и подпишешься на мой канал. Хочу напомнить, что я снимал на Vision Project в своем сервере в Гаррис Моде, все будет в описании. А с тобой был Лотто, увидимся!